В связи с плохими погодными условиями наш самолет обрабатывают специальным составом от обледенения, потому что сегодня ну просто все. И гололед, и мокрый снег, и дождь был. Еще к тому же туман. И мы вылетаем вечером, вылет задержали, потому что обрабатывают весь самолет какой-то специальной жидкостью. Летим мы из Ростова-на-Дону, из аэропорта Платов в Гоа. Аэропорт прилета до Бали. Лететь целых 6 часов. Вот такая обработка проводится.